Вот данная зона, учитывая сзади нас, она была полностью темная. Совсем небезопасно было здесь, скажем так, гулять, не то что проходить мимо. Теперь по каскаду прудов приятно гулять не только днем, но и вечером. Если раньше освещенной была только обновленная зона каскада, то теперь и часть ближе к площади Нефтяников. Здесь установили 76 новых светодиодных светильников. Вот на данных торшерах установили новые светодиодные светильники. Каскад 2 полностью практически восстановлен. Освещение работает в нормальном режиме. Вечером наши жители могут увидеть, гуляя здесь по данному каскаду, что освещение работает. Замена светильников и восстановление кабельной линии заняло около 3 дней. Работу выполнили благодаря поддержке компании «Татнефть». Планируется также восстановление освещения на лестничной площадке возле УВД и рядом с площадью ДК «Нефче». Продолжается и обновление сети уличных светильников по программе «Наш двор». В этом году светлее станет в 21 дворе. Устанавливаются опоры граненые, оцинкованные, и светодиодные светильники максимальной ватт, которые на двор идут 60 ватт, чтобы максимально хватить ровным светом весь двор. Продолжается работа и по восстановлению освещения в селах. В этом году в 14 сельских поселениях был смонтирован 421 светильник и проведено порядка 20 километров проводов. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.